сезон в нашем киноклубе. Я очень рад представить вам очень редкого гостя, не потому что мы не хотим этого человека видеть в гостях, а потому что Светлана снимает не так часто и не так много. Светлана Проскурина, режиссер фильма «Воскресенье». Несколько слов в начале. Да, я, в общем, не обещаю хорошего просмотра. Это довольно жесткая, тяжелая, инертная, вынимающая душу картина. Но, в общем, мне кажется, что пришла пора разговаривать. Знаете, как Бродский говорил, ну все мы люди, да, но чем мы отличаемся друг от друга? Только степенью отчаяния от самого себя. Вот мне кажется, все как бы так обстоит в нашей жизни, что пора не думать, там пишут какие-то анонсы, что это картина про коррупцию или про чиновников. Это картина не про чиновников и не про коррупцию. И вообще я нахожу, что, знаете, лучше пусть воруют, но что случилось, например, с новой властью? Я понимаю, что коротко, два слова. Потом, кто захочет, остается на обсуждение. Да. А можно и вместо картины, я не против. Да. Слишком много про это передумано, 3 года делалась картина. Мне кажется, что происходит с властью сейчас? Не поменялась интонация, не поменялась стилистика, не поменялась, власть не нашла вот этой милосердного своего служения абсолютно. Что вы знаете, приди в любой кабинет к любому маленькому, а уж не говорю большому, с тобой разговаривают как царь с евреем всегда. И это вот оттуда все мы получили. И если так, если не они для нас, то ничего не важно, воруют они или не воруют, да, какие они. Важно то, что жизнь наша тотально не меняется. И никакой милости к падшим, что должно составлять существо русского человека, не происходит ни на каком этапе. Но картина, конечно, не про это, а картина про нашу личную ответственность и про нашу личную внутреннюю растревоженность. Я уверена, что про кино говорить не надо, и режиссеру вообще разговаривать не надо, потому что 1.5 часа – это довольно огромное пространство, которое я отниму сейчас от вашей жизни, а вы еще не знаете, нужна я вам или нет, вообще-то говоря, этот разговор. Вот, поэтому я не уверена, что правильно разговаривать и перед картиной, и после картины. Я положила все, что я хотела сказать. Но если у кого-то будет потребность меня что-то спросить, я с удовольствием отвечу. Если у кого-то кто-то захочет идти домой и пить чай, тоже здорово. Все сделаем по правилам. Спасибо.